Меня обвиняют в производстве и сбыте наркотиков, похищении человека и покушении на убийство. И я научный сотрудник. Руки вверх. Какого черта? Пропустите нас на склад. Нам нужно все, что содержит... Профессор Дзинь? Профессор Дзинь, я вам сдавал экзамен по нейробиологии 4 месяца назад. Доменико Прокаччи представляет. Вы лингвисты с мировой славой, а работаете по ночам на автозаправке на сенегальце, который вам платит черную зарплату. Лингвисты. Комбинация получается 52 факториал, деленное на 52 что минус... Что ты несешь? А ты у нас занимаешься статистическим выводом? Случайными числами? Если это просто повод не платить, ты схлопочешь у меня. Экономист. Ему засадили ножом прямо в сонную артерию. Произошел жесткий правовой конфликт по разделу наследства. Нет, ты сказал жесткий правовой конфликт. Кто, я? Я же ясно выразился, я не беру дипломированных специалистов. Это ошибка молодости, я полностью осознаю это. Антрополог. Максимум через 6 месяцев я стану официантом. У меня будут чаевые, один выходной в неделю и оклад 700 евро. Химик. Мы за полчаса их заработаем. 7 научных сотрудников. Мы представим рынку новый наркотик. Наркотик, которого еще не было. И по итальянскому законодательству это абсолютно законно. Ребята, прошу вас, мы должны вести точно такой же образ жизни, как и раньше. Тут такое произошло, только не сердись. Я потерял управление над купе, дорога мокрая. Купе? Тут нет места для бильярда, кинотеатра. Ты не заметил, что тут полно шлюх? Обрати внимание. У нас даже есть штыки. Археолог. А я единственный, кому страшно? Захочу и соскочу. Что у тебя на лице? Ничего, член. И почему у тебя на лице член нарисован? Мне показалось это забавным. Режиссер Сидней Сибилия. Ты не заслуживаешь такой жизни. Что у тебя на лице? Член был нарисован. Член? Член. Это все нестираемые фломастеры. В кино с 22 июня.